Доброго утреца, ребята. Первая группа уже перебывается на колеса. Тут утром был разбор колес, как на рынке. Мое, скорей. 155, 65, 14. Вот она шина. Сегодня все перебываются на новые колеса. Вот они все выстроились. Стоят. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Готовятся. Уже как-никак четвертый этап. А вон пойдемте сходим к лидеру чемпионата. Скоробогатов, пятиэтажный. Скажи, ты как лидер чемпионата, ты же не собирался ехать? Так обстоятельства сложились, брат. Переобулся. Мотивацию подняли мне, заднюю включил, сейчас переднюю включу. Все, давай. Ты что, сегодня нормально дашь? Да, я что, да. Хорошо. А у нас заезд Иннокентий и Александр. Итак, у нас заезд. Денчик. Держись. Открывайся. Давай, 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 Денчик, Денчик, Денчик. Отстаешь чуть на перекладочке. Денчик, ну ты чё там? Запутался в руках, что ли? Понятно, короче. Ну, Денчик в плюсах, правильно? Так, у нас заезд топ-8. Антон и Данила. У нас решаются вопросы. Оба лидеры чемпионата. Ну, Даня лидер. Отрыв там одно очко. Чье-то очко в отрыве, короче. Вот, но Даня сейчас справился с постановкой, конечно. Сделал красиво. И выход довез. И я думаю, что победитель тоже здесь есть. И я отдаю свой голос за длинного. Ну да. И разнес ему по уже. Вы поддерживаете? И у нас наконец-то финал. Адашкин и пятиэтажкин. Поехали. Шау, фау. Ну-ка, что там? Есть. Чуть-чуть, но в синхрон. В Кавато едет. Прессует, прессует рядышком. И я вам хочу... На один палец по экрану, если так смотреть. Есть зона. Перекладка, синхрон, хорош, карась. Уезжает, смотри. О, Данила, блядь. Данила и Данила. Перекладочка была. Ну, Дани чуть побыстрее тачка, да? Вот она. Оттолкнулся, пошел. Подгадал, сука. Нравится? Через Батоново плечо мы начинаем съемку следующего заезда. Второй заезд финального хита. Победитель. Где они едут? Где этот разгон? Они поехали, нет? Давай еще раз. Нет, просто разгон такой длинный, что тут это самое. Хорош. Вот она. Ну, давай, держи. Что-то там он нам... На что-то наделал он там, непонятно. Да. Если бы отключили, как приехал, было бы отменно, согласен. Мы же не можем это как бы... Сейчас будем все это... То, что он поехал, это уже хорошо. Угол был, дрифт был, скажем так. Пойдет, видите, говорит, хорошая. Хорошая. Так, вот они у нас, подиумы, значит, Скоробогатов первое место занял.
Ну вот он и сам. Мы надеялись, что сейчас стемнеет, и ты ничего не увидишь, а ты все равно победил? А у меня фары с ночным видением. А, ё-моё, ну дела. Так, кто там Куалу-то победил? Опачки. Ага, красавчик. Так, это что там, третье место? Третье место есть. Так, второе место у нас, вот оно. Мистер Адашкин и победитель, вот он, высоченный. Давай шагай быстрее, елки-палки. Победитель этапа и лидер чемпионата. Остался еще один этап. Вот они, призеры четвертого этапа Winter Drift Battle. И команды зачет. Вот так сделать. И Степан Drift Team. И Чебанавто первое место. А второе это Водолей, наверное. Или кто, я не знаю. Бля, разъебемся, точно. Думаешь, надо? Нет, ну, блядь, так получится.